начинается, начинается! Совсем ничего не хочется. Мне так грустно. Я так несчастен. Воу! Кому-то грустно? Кто ты? Я счастливый дружок! И я пришел, чтобы осчастливить друга! И как я должен стать счастливым? Просто улыбнись! Притворяйся, пока сам не поверишь! Хочешь, чтобы я стал счастливым, потому что да? Конечно! Повсюду болезни. Люди умирают ежедневно. Мир вокруг рушится. Где искать счастье? Ах ты, дурашка! Только плохое и видишь. Скажи, что хорошего ты для себя хоть раз находил? Если честно, ничего. Тогда почему бы нам не пойти и не найти чего-нибудь веселого? Ладно, я попробую. Мой сын сам не свой с момента, как он с другом начал играть с той веселой куклой. Недавно он попросил котенка, но он даже не любит кошек. А эта кукла с ее тупым лицом просто выводит меня из себя. Ненавижу. Знаю, он просто ребенок, Джун, знаю. Ладно, мне нужно передать чертежи начальнику. Эй, сынок! Да, мам! Не хочешь навестить своего друга? Да! Отлично, надень свой свитер. Я так хочу с ним снова поиграть! Вечер, мистер Вандер. Не могли бы вы присмотреть за моим сыном? Конечно, без проблем. Эй! Огромное вам спасибо. И не переживайте, я вернусь как можно скорее. Еще раз спасибо. Без проблем, мисс Лила. Хорошо, ребятки. Не шалите только. Давай порисуем! У меня нет фломастеров. Нам можно просить мою сестру! Нет. Но это ты не спросил! Ладно, спрашивай. Можно нам? Нет. Ну что теперь? Возьмем сами. Так, я снова здесь. Простите, что отлучилась. Итак, я подумала начать рисунок с... Ах, вы сопляки! Ну-ка, идите сюда! Теперь мы можем порисовать! А! Вот ты где! Давай мы будем вместе рисовать! О, снова в штаны наложил! Боже, ой, далеко идти... Я первый. У меня Молох завладел нашими телами. Я скучаю по нему. Ну, а у меня глазастик высасывает наши души. Было бы страшно. А что у тебя, счастливый дружок? А ну-ка, показывай нам. Оу. Здравствуй, куклы такие зуткие. Определенно. Чем мы займемся теперь? Как насчет... сыграть в игру с ножом. Игру с ножом? Да. Вы кладете руку, закрываете глаза, хватаете нож. И... теперь вы. Да! Мы готовы! Погоди, разве не у нас должен быть нож? Зачем вы сперли мои фломастеры? Почему у куклы в руках нож? Я не знаю. Кукла его схватила! Вы же знаете, что вам нельзя играть с ножами. И это последняя капля. Я расскажу маме и папе. Смотри, они все равно не ответят. Тогда расскажу дедушке. А, он спит. Давай посмотрим фильм! Здравствуйте, Ванда, пожалуйста, посмотрим фильм! Опять вы. Что вы здесь делаете? Я продал пиво детям, потому что мне надоело дышать. Это круто! А можно на билеты на ужастик? Нет. А билеты на фильм для детей? Конечно. Сейчас вроде бы ты проверяешь билеты. Ну да. И ты понимаешь, что те детишки могут проскочить на ужастик?
И? У тебя будут проблемы, чувак! Я устал. Эй, пацан! Слушай, мне очень нужно в туалет! Но ты ведь пропустишь самое интересное! Оно идет за нами! Оно идет за нами! Да не переживай. Мы же в машине. Все будет в по. Что за. Ребенок сам? Деньги в карман. Куда идти? Куда мне идти? Эй! Я уже ходячих кукол после этого бухла вижу! Тащи еще! Поймал. А теперь посмотрим. Почему мерзкая кукла гуляет по улице? Ты тупая свинья! Ты вонючий сконс! Я вырву твои глаза, сорву твою кожу и съем на завтрак! Тебе уже лучше? Да. Просто нужно узнать, кому принадлежит этот дом. Джек, что это? Чего? А, это кукла. Похоже, какой-то ребенок потерял ее. Можем забросить ее в магазин сладостей. Как знаешь, надо еще пару бумажек заполнить в отделе. Раньше! О, черт. Слушай, а где счастливый трудок? Эй, не переживай, он ушел пописать. А, ну ладно. Куклы не писают! Пошли, найдем его. Эй, ребятишки! Ты выглядишь голодным. Почему бы тебе не съесть этот овощ? Мы просто ищем свою куклу. А, ее украли! Что? Вам лучше сообщить об этом в... Попо! Спасибо тебе, бродяга! Кто сможет помочь нам обратиться в полицию? Кевин! Вот еще, чувак! А, я обожаю эту русанину, чувак! Ладно. Я начну с отчета. Как знаешь. Что за мерзкая кукла? Говорил же. Говорил же. Ты за это заплатишь. Да что ты такое несешь? Странно, да? Ты же переносишь икс в противоположную сторону и получаешь ответ. Что? Какой икс? Почему дверь открывается? Вы что, свободны? О, это же счастливый дружок! Кто? Почему у него нож? Мы что, у них такого нет? Господи, мы сейчас умрем! И снимите уже эти штуки, они же для подушек. Похоже, те дружки были не особо счастливы. Да, дружище? Готово, все подписал. Пошли отвезем эту куклу. Спасибо за покупку, до встречи. Да, спасибо, чувак. А ну стоять! Бежим, парни! Нет уж, не позволю. Оу, мэм, простите, я хотел попасть в ребенка. Прошу, мэм, мне так жаль. О, офицеры, рад вас снова видеть. Будете еще конфеток? Ребенок куклу потерял. Если найдешь его, то просто верни ему. О, да, конечно. С этим проблем не будет. И хватит уже попадать в неприятности.
Надо проверить, какие конфеты они украли. Как же достало! Ах вы мерзкие мелкие гремлины! А ну выходите! Что делать? Что делать? Даже если я тебя не вижу, я найду тебя и убью! Привет, Кевин! О, что с тобой? Давайте не сейчас, ребят. Спасибо большое, чувак. Слушай, Кевин, нам нужна твоя помощь. Мы потеряли нашу куклу, и нам нужно сказать об этом полиции. И, ну, дело в том, что это просто такая особенная кукла, и... Кукла, которую я выкинул с черного хода, ваша? Она возле черного входа? Спасибо, Кевин. Да пофиг. Почему эта кукла смеется? Почему она ходит? Он ходит и смеется? Это же улетно! Простите, это наша! Можете ее вернуть, пожалуйста? Правда? Ну раз уж. А, так она ваша. Да! И вы хотите ее? Да! И что бы вы сделали, чтобы... Просто отдай ее, чувак. Нет, заткнись. Что бы вы сделали, чтобы вернуть ее? Я не знаю, мы просто хотим ее. Получается, не особо-то и хотите, да? Я им не нужен. Они выкинули меня в помойку. Что? О, моей сестры так не говорит. Просто улет. А что мы можем делать, чтобы получить ее? Отдавай шмотки. Вообще, что для меня? Совсем что ли? Да куртки, куртки, говорю про куртки. Боже мой. А, блин, прости, я заменил для чего это. Тут холодно, мы замерзнем. Вы хотите свою мерзкую куклу или нет? Что вы делали на улице? Идите уже на диван. Спасибо, Сьюзи. Не выходите снова, пока не скажете дедушке. Привет, Сьюзи. Я за своим сыном. Эй, а где твоя куртка? Я оставила ее где-то тут. А, слушай, Сьюзи, может, я пойду с ним, пожалуйста? Все хорошо, Сьюзи, я верну его пораньше. Тебе повезло, что я доверяю миссис Лили. Ура! А, подожди, мам, я кое-что забыл. Алло? Дружок? А, вот ты где! Веселье еще не закончилось! Нет, нет, нет! Давай, пошли! Ну что, ребятки, идите за стол, я приготовлю что-нибудь на ужин. Спасибо, мам! Мила! Мы наконец-то сможем вместе поиграть! Да, и не волнуйся, счастливый дружок, теперь тебя никто не утащит. Теперь мы вместе навеки! Нет! Я устал! Устал от вас двоих, от вашего жуткого месяца и тупого танца! Я хотел утолить свои желания, а вы все время мне мешали! Я так больше не могу! Что это за крики? Почему кукла стоит? А тебе? Тебе надо было купить этого дурацкого кота, когда сын тебя просил! Эй, не смей так разговаривать с моей мамой! Ты всегда был груб с нами и никогда не позволял им играть в свои игры! Да, и ты впутал нас в неприятности с моей сестрой! Ты выбрал Роя вместо нас! Я думаю, тебя даже не похищали! Как насчет сказать это мне в лицо?
Дети, сюда. Да, мы скажем тебе это в лицо. Нет, у него нож. Он опять хочет спрятаться с моей сестрой. Мы справимся с ним, мам, это просто кукла. Давайте никаких звуков, дети. Поймал! Так, у меня есть план. Следуйте ему шаг за шагом, понятно? Я хочу высказать вам все в лицо! Да, ты мерзкая кукла! Вы все! Хватит называть меня мерзким! Больше никакого счастливого дружка! Я, блин, кукла, тупая ты зло... О, нет-нет-нет-нет-нет, дети, нет! Я же ваш друг, я должен сделать вас веселыми! Мы больше не счастливые, дружок! Нет, стойте! Выпустите меня! Вы не можете так со мной поступить! Выпустите! Нет! Мое лицо! Нет! Лила? Джун, что ты здесь делаешь? Помнишь, ты говорила, твой сын хочет куклу, как у его друга? Что ж, у меня есть еще одна для них. Нет, Джун, нет! Я не знаю... Какого черта? Духовку его кидай в духовку! В духовку! Есть что-нибудь выпить? Скисшее молоко. Ладно. Тыковка, что мы сегодня узнали? Что мерзкие злые куклы одержимые не хотят с нами играть? Одержимые? Что? Я имел в виду, что нам не нужен счастливый дружок. Нам просто нужен друг, чтобы было весело. Верно, друг? Пойдем пить кислое молоко. А можно нам тоже? Да. Что? Нет. Серийный убийца-каннибал Боб Вельсеп сбежал из местной тюрьмы. Я никогда не был так счастлив. Спасибо тебе, счастливый дружок. Нет проблем. Просто вспомни, что мы сказали. Сделай друга веселым и станешь самым веселым другом.